Майк, вот тебе не надоело смотреть вот этот белый шумный телевизор, по которому идет, судя по всему, одно и то же? Всем здорово, с вами Найт, и мы продолжаем проходить Killer in Purple 2. Я понимаю то, что это будет не совсем прохождение, это будет вторая и, как по мне, последняя серия, потому что я более-менее понял механику игры, что мне надо делать в предыдущей серии. И мне сейчас просто интересно, можно ли, вот если деньги есть, вот сейчас уже десятка, можно ли куда-то еще попасть в какую-то вот территорию. Есть территория Сити, она открывается за 5000 баксов. И есть еще, как я успел найти, тут сестринская локация, на вот тут вот неподалеку, но там стоит какой-то злой охранник и говорит нам то, что еще раз тут появишься, тебе будет жопа. Есть какая-то фабрика, на которую я вообще хер пойми как попасть, типа нужно анлокнуть какую-то джуниор. Вон там эта сестринская локация находится. Я пока что обставил кое-как пиццерию, купил трех аниматроников, и, по сути говоря, я не знаю, в чем их смысл. То есть, как я уже успел тут посмотреть, что вне записи, пока я здесь ездил, можно, скажем так, отыграть обычный FNAF. То есть, когда ты сидишь в офисе, сидишь, пердишь, смотришь по камерам, и чтобы аниматроники к тебе не подошли. Я сейчас приехал к маяку и с одним только вопросом: нахера? Сюда вела дорога. Я решил посмотреть, что тут. Так, стоп. А тут кровь. Подожди, тут кровь. Ебать. Там кто-то реально на нас смотрит. Нихера себе. А может быть этот маяк живой? Стоп, может быть можно как... Чё ты на меня пялишь? У меня тоже глаза светятся, вот. Довольный фиолетовый человечек. Блин, если вот так сделать, то эту точку и не видно, которая маячит перед экраном. Так что у тебя не у единственного глаза светятся, полудурок. Так, а серьезно, к тебе можно как-то попасть? Нет. Но я не вижу тут проходов. Можно, в принципе, сейчас ехать в пиццерию, я не понимаю. Санта-Клаус тут, он просто декоративную роль выполняет, или он может какой-то подарок скинуть? А, я там вижу еще какую-то постройку. Да, да, там еще какая-то небольшая постройка. Бля, ну это... Это какая-то стрёмная хер... Да, это темная фигура. Рука. Два глаза. Рука. И туловище. Херася, ты черный. Ты черный. А я четкий. Так что соси. Все, я погнал сейчас в пиццерию, потому что 9 часов утра еще она не открыта. Я не особо собираюсь рабочий день тут показывать что-то. Блять, ну на Жигулях орать, дрифтить. Что да как, потому что... А, тут это вот так вот близко находит. Блин, может я кину машину здесь и... Да, просто добегу до нее. Потому что пока я все это объеду, пройдет еще овер до хера времени. Я на некоторые штуки, которые нахер не нужны, потратился дофига. То есть вот эта вот фиговина стоила 5 косарей. А это хер пойми сколько. Я думал то, что раз вот здесь я могу играть со всем остальным, но, к сожалению, нет. Так оно не работает. Камеры сюда поставил. Вон три засранца стоят. И... Так, подожди. А, то есть я могу... Стоп, open. Да, я могу теперь определять, когда у меня открыто, когда закрыто. Ясненько. Так, надо бы одеть рабочую форму. А, так, я специально смотрю вниз, поскольку я не хочу показывать, сколько я... Блять, я даже не знаю, как выражаться. Успел подкопить чили пиздриков, но, блять, я просто, ну, я не понимаю, как вот выражаться. Вот собирать армию друидов, как тут выражаться-то?
Я понятия просто не имею. Сделал так же я. Вот коридорчик, который идет в офис охранника, но у меня почему-то получилось по какому-то багу, то есть тут у меня прохода нет. Тут я упираюсь в какую-то невидимую текстуру. Да, моя армия друидов со мной идет. Вот. А с той стороны, где вот это вот хуёвина вертится, где Gravity Vortex, тут проход как бы есть, но тут нельзя пройти. Я не знаю, возможно, меня багануло. Но это скорее всего у меня так оно и произошло. Так. Я, в общем-то, вычислил одну тактику. Как максимальное количество вот этих вот друидов нафармить. Да, это же друиды. Это не дети, это друиды. А то еще даже предыдущую серию не выложил. Я не знаю, как YouTube на это отреагирует. Я надеюсь, то, что мне никакой жопы не будет. Так, хули делаешь на кухне? Иди в мою армию друидов. Так, собираем пиццу. Так, плюс 100 баксов. Ешь, ешь, ешь. Очень, очень медленно готовится пицца. Можно сделать, конечно, вот так. Так, давай, аналог. И теперь... Подожди, пицца будет готовиться быстрее, да? А, ну да, нихера себе, она быстро готовится. То есть в этой серии я постараюсь особо не концентрировать внимание на вот этих вот чилипизриков. Но я некоторое количество их насобирал. И так что пусть они тут ходят. Вот мне интересно, сколько вот чисто за пиццу я могу выручить за сегодняшний день. Так, с машины не едет. Вот за машина самое дорогое. Так, куда на кухню? Куда? Блять, где? Где? Кто на кухню пошел? Так, иди ты в мою армию челепиздриков. Сука, не хочет. Не хочет в армию челепиздров. Так. Точнее, в армию друидов. Так, иди сюда. Иди сюда. Такс. Тоже поешь. Так, где еще у нас голодные люди? А, вот. У меня практически все время, пока я тут ходил, бегал, собирал вот этих вот друидов в свою армату, у меня практически никто не получал пиццу. То есть я ходил, фармил друидов. И только потом, ну если мне не было лень, я только потом их фармил. Ой, этих, ну, кормил пиццей. А все время практически я фармил этих друидов. Убираем, убираем, все, уборка. Уборка в пиццерии, все. Я их, так скажем, по-быстрому уложил. Да, и я уже спалил число, но, скажем так... Ну, это не я, они сами сюда шли. 890, ну, маловато, конечно, но ладно. Мне чисто интересно, сколько мне такому гаду дадут за это денег. Блять, я чисто надеюсь, что за первую серию мне ничего не прилетит, потому что она даже не вышла. За вторую серию и последнюю, потому что я не буду это снимать по понятным причинам. Не, ну, он шевелится, значит, живой. Пойду его уложу в кроватку. Так, давай, проходи. Тут такая хорошая кровать, что просто закачаешься. Почему я не могу в этом покататься? Я хочу на этой хуйне покататься. Я потратил на нее 5000. Я имею право сюда покататься. Сука. Даже я в это не могу поиграть, а? Вот за это минус, то, что я не могу в это поиграть. Тут даже никаких мини-игр с FNAF нету. Ладно, пока закрыто, сделаем. И можно сейчас, в принципе, дожидаться полуночи. И пойдет уже самый натуральный FNAF, но
мне этого не особо хочется. А хотя мне же превью-то надо делать. Так что можно будет и подождать. Я до сих пор не понимаю, до скольки вот работает вот эта вот пиццерия авто. Вот заказы на автомобили. Потому что самый крайний заказ, насколько помню, тут который был, он был в 21.30. Ну, то есть сюда подъезжала машина в 21.30. Сейчас я не знаю. Не, ну, конечно, 4... Сколько? А, 5 пицц. Здрасте, до свидания. Ну, теперь 4 пиццы у меня в руках. Я просто хотел бы попробовать, а можно ли, типа, если аниматроник будет ходить, а можно ли сойти за своего? Вот мне это очень и очень... Блять, показалось то, что там какая чёрная фигура флексит. Так. Ладно, когда будет 23.30, можно будет уже бежать к камере. 5, 6, 7, 8, 9. И... представление... Блять, у меня тут что-то упало, я обосрался от этого. Подожди. А в смысле? Никто бежать ко мне не будет, что ли? Ёбаный в рот, я про это как раз и говорил. Нахер уйди, нахуй. По-моему, Бонни там зашевелился. Ебать, иди нахер! Я в тебя залезал! А, я в тебя залезал, ты сука неблагодарная. Я просто ту дверь могу не закрывать по одной простой причине. Так, холл. Еба, черт стоит. Так, сцена, тейбл. Короче, холл и тейбл. Потому что у меня здесь камер нету. Блять, ну ты... Ну ты чертила такая, а? Чертильник грёбаный. Так, стейбл, холл. Так, пока отключим. А, так. Здрасте, а я вас ждал. А я вас ждал. Идите нахуй. Так, ну в принципе пол второго ночи, и у меня уже 90%, точнее 89%. Холл, тейбл. А почему Бонни не активируется? Тейбл. Я где? О, Бонни зашевелился. Блять, я не хочу открывать дверь. Может быть так всю ночь мне и просидеть? Так, холл. Экзит. Так. Здрасте. Здрасте. Кролясте. А вот мы возьмем сейчас и сделаем вот так. А вот что ты сделаешь? А вот что ты сделаешь? Постоишь. И, по идее, все. Не, в принципе, я благодарен багу в игре за то, что тот проход у меня закрыт. Что у меня есть один проход, который надо пасти, да и все. Я пока что ни разу тут не выживал. А, вот именно по ФНАФовски. Так, холл. Зебать, и Федор еще ходил. Нихера себе. Чика. А, Чика, почему у тебя кекс левитирует? Здрасте. Здрасте, а что вы тут делаете? А что вы тут делаете? А что вы забыли? Не, я понимаю, чтобы у меня была хорошая превью, мне нужно будет кое-какой скримах поймать. Холл. А, так, сцена. Не, у меня сейчас две полезные камеры, это холл и тейбл. Плейрум, она нахуй не нужна. О, Чика здоровая. Она пошла с кексом обратно. По сути, я могу чилить даже вот здесь. И мне хер кто что сделает. А как Спрингпуп может ходить,
Если я сейчас в спринг-пупе. Это что за херня? Чё-то какая-то странная херня. Долларов ноль. А, не. Сколько? 750 долларов? Не, ну в принципе. Фармить друидов. И... Так, я могу открывать дверь? Никакая жопа ко мне не придет. Ля, черты стоят. Ладно. Я сейчас тогда сдам спрингтрапа обратно. И... ну, мне вот просто интересно, на какую сумму, можно так сказать, у меня на собрано друидов. Так, где моя машина? Где? Reset car. Вот с ним сейчас едем, и мне напоследок хотелось бы посмотреть вот этот сити. Что там можно открыть? Что там можно делать? Возможно, мы можем еще один ресторан приобрести и на два ресторана работать, но я просто вот, ну, не понимаю, потому что здесь ресторан не запускается, пока я, собственно, не выберу то, что там открыто, и... Так, выходи из машины. И, собственно, так, Все, я могу не работать. Нахер, закрываю ресторан. Все, я отправляюсь в путешествие. 50 тысяч долларов. Охренеть. У меня просто нету слов. Сейчас я хочу поехать в сити. И, блять, ну выходи из машины. Покупаем мы город за 5 тысяч. Вообще... Что это за деньги такие 5000 долларов, а? Это уже для этого фиолетового парня это вообще не деньги. У меня было бы такое счастливое хлебало, если бы у меня было бы 50 тысяч долларов. Но, учитывая, как они заработались, это не то чтобы хорошо. Так, можно туда. Можно... Стоп, подожди. Голден... Чё? Фреддис Синема. Подожди, тут чё, блядь, кинотеатр? Тут кинотеатр? Подожди. Полицейский участок. Так, а я могу полицейскую машину угнать? Есть еще туда дорога, не... Бля, мне интересно... Стоп, подожди. А конец у этой карты вообще есть? Нет? А куда это меня может привести? Так, ну я вижу тут какую-то постройку. Аэропорт! То есть мы еще можем улететь куда-то? Нихера себе. Зерор. Вы не подсоединены к геймджольту. А, тут возможно... Стоп, тут что, серьезно? Можно соревноваться с игроками, кто больше насобирает друидов? Ладно, ясно. Я понял. Так, а мне интересно, что в другой стороне? И мне интересно посмотреть на эту Фредди Голден Синему. Бля, я просто не ожидал от такой игры такого размаха. Так, берем сейчас. Выходим. На машину вообще пока срать, она сейчас остановится. Ну или нет.
Так, я что-то не понял. Фредди Голден Синема. Да ну нахуй. Фредди Голден Синема представляет... А можно свет? Блять, у меня сейчас мурашки пробежали. Братан, ты тоже тут? Не, возможно, это у него такая работа. А что это такое? А, это началось 40 лет назад. Чё запись-то лагает? Там удила. Ебать. Но будет это конец ночью? Пять ночей с Фредди. Назад в 80-е. Январь 20-е 2020-е. А хули я ничего не знаю про эту игру? А? Вот мы Фиолетыч, а этот... Ну пусть будет Черныч. Тут, возможно, крутятся трейлеры тех игр, которые вот это вот Фредди Голден Синема. Ну, либо создаст, либо создала уже. Каждую секунду. Что-то закрыто до 6 утра. Чего? Но будет ты что-то там... Ну, будешь ли ты кричать «It's me»? Потому что что-то вернется назад. Назад... А, сиквел «Назад 80-е». Поиграйте за босса. И что? А, это The Joy of Creation. Будете на... Короче, будете в финале что-то... Хуй пойми что. The Living Nightmare. А я думал то, что это The Joy of Creation. 6 марта 2020-го. Нихуя ты, Бубун, у тебя тут работа. Смотришь трейлеры. А где фильм будет? Ладно, фильма нету, я пошел отсюда. Бля, а мне интересно, это что за человек-палочка такая? Эй. Блять. А у меня вопрос. А какого? А какого? Фреддис что-то там... Ладно, это можно смотреть до бесконечности. Я уже чуть-чуть подзалип на это. Но мне интересно, что... Не понял, блядь. А почему я тут оказался? Теперь я хотел бы съездить... Так, туда мы ездили, там Фредди Голден Синема. Можно съездить в лес, и там... скорее всего... Это... Да, какая-то еще пиццерия, но в пиццерию я хотел бы заглянуть чуть позже. Я хотел бы съездить и посмотреть, да, на лес из начального меню. Так, а тут что за дом? Не, ну это... Да, это лес из начального меню. Подожди, подожди, подожди. Эскейп. Из машины. Войдите в странный дом. Sister location. Analog the helicopter. Ага. А, это локация с 4-го этого ФНАФа. Ничего себе. Блять, показалось то, что у этого Golden Freddy пушка. То есть тут практически собраны все ФНАФы в одной игре. Еба.
Не понял. Не пон. Ладно. Ладно, пешком, значит, добегу. Стоп, а можно посмотреть вот, а есть ли что-то вот в той стороне? Ничего. А, туда дорога идет, 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 и... И она куда-то туда уходит. Так, мне интересно, а там... А там как бы все? Или не все? Но я вижу какую-то огромнейшую территорию. А... Я серьезно не могу понять, типа... Блять, не... Там что-то есть, но... Ох, твою мать. Без машины это сложно будет добраться туда. У меня есть одна идея. Тут же есть кнопочка. Unstuck. А затем... Бля, подожди. Хеликоптер. Про хеликоптер я кое-что узнал. Только как его анлокнуть, я понятия не имею. Вот я понятия не имею, как его анлокнуть. Бай. Нет. Блять, можно как-то мне анлокнуть хеликоптер? Я хочу это сделать. Мне нужен хеликоптер. I need хеликоптер. Я что-то вроде вертолета видел в свалке. Вот что-то подобное на свалке имеется. Так, выходим. Так, ну, как тебя анлокнуть, сука? Как тебя забрать? Ты даже цветом такого, который ты мне подходишь. Тут еще и машина какая-то. Я серьезно, я не понимаю, как мне анлокнуть хеликоптер. И я не знаю, почему у меня сейчас пропала музыка. Блять! Токийский дрифт. И на стол понамотались. Так, сначала я сейчас хотел бы сюда посмотреть, а потом уже посмотреть, что там вообще находится. Я думал, то, что у меня музыка из игры пропала и все звуки, но... Гробаный Санта-Клаус тут летает и летает. Enter Fredbear's Family Diner. То есть тут действительно можно... Еба. Капец. А, подожди, а я могу? А, не, я не могу. Тут что-либо сделать, что-либо купить. Можно анлокнуть Фредбера, можно анлокнуть Бонни. И, типа... И что? Это мне дает... Мне казалось то, что Golden Bonnie у меня уже анлокнут, поскольку я наряжался в костюм. То есть я его одевал. И, скажем так, собирал армию друидов. Ну, ёбаный твой... Я не знаю, что с этим делать-то. Всегда ведет всегда в одно место. Вот теперь мне интересно посмотреть, что же находится там далеко-далеко. Не, ну карта просто гигантская. Я в ахере с нее. Я не знаю, на сколько минут выйдет вот данная серия, но... я хотел бы обрезать, конечно, по минимуму. Но я же видел то, что я куда-то должен приехать. Но я не вижу ни конца, ни края. Стоп! Тут же было что-то! Я же с помощью бинокля смотрел, тут же действительно что-то было. А, так, это оно? Или не оно? Так, подожди. А, Friends Funland? Что? Что? А, это что такое? Это что за Майнкрафт? Подожди. Under construction.
Окей. Это, скорее всего, то, что не успели построить, но, возможно, в будущем это будет реализовано. Так, а дальше? Не, ну, скорее всего, дальше там ничего и не будет. Но это было бы просто нелогично. Да, возможно, тут мы просто как бы уезжаем на машине и... А, невидимая стена. Ясно. Так, разворачиваемся на своем Жигуле. Так, и, по-моему, в здание, которое тут находится, можно было зайти. Но как анлокнуть хеликоптер, я вообще без понятия. Я бы с удовольствием полетал бы на хеликоптере. И его бы раздевал... Но это уже совсем другая история. Так. Escape. А... Это, скорее всего, какая-то стартовая локация. А, не-не-не-не-не, по... Да, это сцена, это Талкан, это мастерская, это сцена Фокси. Да, это карта первого ФНАФа. Нифига себе. Но только... Да, но только совсем пустой, как будто... уже не существует вот это вот здание. И все растащили кто что мог. Ага. Фиолетовый проход. И ничего там нету. Ладушки. Окей, я думаю, мало ли тут что-то будет лежать еще. Но это серьезно похоже на какую-то разграбленную, уже заброшенную пиццерию. Так, а в ноль времени тут будет что-то происходить или нет? А то мало ли бы появились бы призраки этих аниматроников. И за мной бы устраивали охоту. Вот это была бы реально жесть. Так, мне не нравится то, что музыка затихла. А, музыка сменилась просто. А то, когда музыка затихает, мне кажется, что должен начаться какой-то звездец. Блин, я даже и не знаю, что еще тут больше смотреть, потому что... Хеликоптер, я хер пойми, как его анлокнуть. Этих я разблокировал аниматроников, но вообще не представляю, что мне с ними делать. И чисто вот без поня... Так, а почему? Стоп, а почему туман на карту опустился? Мне это серьезно не нравится. Вот... Ощущение складывается такое, да нахер дрифтить-то надо. Вот как будто бы что-то вот сейчас должно произойти. А что-то в той стороне как будто горит. И, подожди. А там что находится? Я не помню, либо я туда уже ездил, и там... Фредберс Фэмили Дайнер. Либо... Ну, либо хер его пойми. Да, блядь, да... Господи, что это за Жигуль такой дрифто... Не-н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 е. Нет-нет-нет-нет-нет. Это какая-то другая постройка. Так, а я реально не пойму. Вот в той стороне... Какая-то чухня. Стоп, может быть, это та постройка, куда я ездил? Подожди, 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 подожди. Но... По желтой вот этой текстуре. Такое ощущение, как будто это было что-то рядом. Блин, жаль то, что и хеликоптера нету, я бы полетал на хеликоптере. Так, ну тут дорога выходит только туда. Стоп! Или это желтая херня, это вот этот аэропорт был. Ясно, понятно. Но мне почему-то казалось, что это что-то там в лесу. Ну и хрен с ним. Ну и хрен бы с ним.
Я просто думаю, что еще можно тут посмотреть, хотя... Что еще посмотреть, я в душе не чаю. Вот я... Все, я не знаю, что еще тут можно посмотреть. А, я еще собирался это попробовать. Угонится ли полицейская машина? Так что, берем... Останавливаемся. Тормоза, конечно, самые такие хорошие у данного автомобиля. Так, ну полиция тоже ездит на Жигулях семерке. Утах полиция. Интеркар. Херасе. А фары. Сирена. Еба. Просто взяли, спиздили у полиции машину. Не, это какой-то GTA уже попахивает. Это что вообще за херня? Так, стоп, а я не помню, у меня печка там топилась разве или нет? Ну и хер бы с этой печкой. А я могу чисто себе приватизировать вот эту вот машину? Или... Бля, я там вижу что-то. Подожди, 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 подожди. Live car. Блять. Можно фары выключить? Что происходит-то? А, в смысле? А, у меня шап... Стоп, а откуда у меня шапка появилась? Так, ну я вижу, что там вот какой-то дом. Там какое-то здание. Так, мне это просто интересно. А, это не дом вот этого фонгая Фиолетыча. Это что-то другое. Подожди, 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 подожди. Здесь серьезно, тут без хеликоптера никак не разобраться. Но как разблокировать хеликоптер, я без понятия. Тут какая-то табличка. И какая-то дорога. Turn back. Бля, вот это мне уже интересно. А это мне уже интересно. Раз на табличке. У меня мурашки сейчас пошли. Раз на табличке. Написано turn back, то есть вернись назад. То мне определенно надо же поехать вперед. Так, монстры, ебаки всякие, чтобы вы знали. Эл. У меня сирена. Так что, вам будет жо... Еба, это что? А это что такое? Это что за дом? Еба, это что? Это кто тут живет? Бля, чё полицейская машина такая немощная? Блять, а как... Как фонарик выключить? Как выключить фонарь? Подожди, контроль. Флешлайт. Бэк. Ресум. А как фонарь мне выключить? Кавтон Мэнор. Комплит... завершите концовку игры, чтобы войти сюда. Ясно. Ясно. Херася, сколько леса тут посажено. Стоп, а я могу посмотреть, что где находится здесь? Мне, конечно, очень не нравится то, что у меня какая-то белая херня перед глазами. Хотя фонарик вот. Включил, выключил, включил, выключил. Что это за баг такой, я без понятия. Так, там... Ага. Ясно. Так, тут. Так, там фабрика. Там мост. Там аэропорт. Там... Локация, которую даже не видно. Блин, я думал, то, что какая-то просто мелкая игрушка.
А это игра такого масштаба, что даже и не знаешь, последняя эта серия будет или нет. Мне вот очень хочется разблокировать хеликоптер теперь и полетать. А как его разблокировать? Я в душе вообще ничего. Блин, меня достал этот свет, лучше я вот сюда сяду. Но это просто ни конца, ни края. Аэропорт, который, казалось бы, в жопе мира, но самая натуральная в жопа мира находится здесь. Я от этого просто в шоке. А, стоп. Мне показалось то, что бензин у машины кончился. Я уж хотел сказать, да ну его нахер. Если бы серьезно кончился бензин у машины, это было бы уже 10 из 10. Ну а пока, я думаю то, что на этом пока мы приостановимся. С вами был Найт. Если вам понравилось... Бля. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Делитесь эти видео с друзьями. И всем до скорой встречи. Всем удачи, всем пока. Блять, я надеюсь, то, что это хотя бы запишется. Купил, называется, вертолет. А тут это пошло. Ебать, бэй, бесстрашная. Me too. Well, what ice cream color? Baby.